очень неплохо играет на выезде в последних турах. Одержаны две победы именно в гостевых поединках. Дом побеждать не удавалось. Ну и посмотрим, как сегодня вот именно против Вильяреала, команды, которая играет в Еврокубках, будет смотреться Альмерия. Сориано. Сориано. Ну вот если бы упал, может быть, судья и зафиксировал бы фол. Но стоял на ногах. 21 номер. Это Кани. Это перевод направо. Опасно. С лёта! Гол забивает Вильяреал. Счет открыт. Мяч засчитан, не был. Офсайд — это Уче на добивании. Ну а кто же бил так здорово с лёта? По-моему, это Марио Гаспар. Второй номер. Кани до Сантосу. Кани, как нужно отдавать вот такие передачи. Все увидел. И смотрите, как исполнил. Фантастика. Действительно, офсайда не было. И Уче уже в пустые ворота спокойно отправляет мяч. И тем самым Уче, какой у нас гол забивает в этом чемпионате. Второй. Ну, не густо, и тем не менее. На 23-й минуте, аккурат в середине первого тайма, вновь Денис. Вот это его игра. Есть свободное пространство. Пошел в центр. Хороший прострел, и надо забивать второй. Как же долго. И неужели не забил? Вот это да. И что здесь было? Свисток арбитра. Забил. Был гол. Рубен уже за ленточкой этот мяч отбил. Это кто? Это Уче, которому вновь больно. Которым Вильяреал может сразу нескольких игроков лишиться за травму. Здорово здесь Мой Гомес сыграл, которому как раз Черышев мяч отдал. А, Уче-то находился в офсайде. Этого не заметили судьи. Здесь Рубен успел отбить, а здесь да. Гол все-таки случился. Севилья, похожий мяч, в своем матче забила. Здесь боковой молодец, что увидел гол, но то, что не увидел офсайд, это, конечно, очень-очень серьезная ошибка. Как же Рубен вот здесь спас. Шикарный сейв был. Но в итоге все-таки дубль Уче, и еще играть полчаса. В этом поединке именно столько у Альмерии на то, чтобы что-то изменить. Как я уже говорил, Альмерия два последних матча выиграла в гостях.